Следователи отдела по расследованию преступлений первого отдела полиции межмуниципального управления МВД России Волгодонска осудили за служебный подлог и халатность. Согласно приговору суда, являясь следователем, ныне осужденная с середины января по середину апреля этого года изготовила ряд протоколов следственных действий. В этих документах, составленных при осмотре вещественных доказательств, допросах свидетелей и проверках показаний на месте, женщина указала ряд заведомо ложных сведений об участии в следственных действиях понятых, адвоката, свидетелей и подозреваемого. Эти бумаги она приобщила к материалам уголовного дела. В дальнейшем бывший следователь, сообщает прокуратура области, пренебрегла информацией о том, что подозреваемый в момент совершения преступления находился в местах лишения свободы. Несмотря на это алиби, следователь предъявила ему обвинение, допросила его в качестве обвиняемого и избрала в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде. После этого женщина подписала обвинительное заключение, которое вместе с материалами уголовного дела передала для согласования заместителю начальника отдела по расследованию преступлений. Приговор Волгодонского районного суда 1 октября бывший следователь была осуждена по статье «Служебный подлог и халатность» и приговорена к штрафу в размере 120 000 рублей.